Рыжая попала. Мышонок. Главное, жует и оставляет живую. И она ее не кусает. То ли у нее парализующий страх появляется или еще. А я говорю, она у меня кошка-то состарилась, никуда, наверное, не годна. Еще делает. Они много пакостят, тут у меня сахар никогда не трогали, а тут мешок изгрызли, сахар и горох не трогали, лущеный горох, попортили много. Сейчас туда трех кошек посадил в сене, там где храм. Все-таки она кошка. Ну, эта мышка-то совсем мышонок маленький, не сообразил где-то. Но тоже пакостит. Жует за голову. А что жует-то, нарочно или как? Что-то вроде берет в рот себе, жует. Зубов нет или еще? Ну, тебе и рыжая. Ну, явно, что ест уже ее. С головы начала. Все. Сколько они перепортили у меня тут. Без кошки шагу нельзя сделать. Надо что-то делать. Липучую или что там.